Меня зовут Ница Бузаладзе, мне 23 года, я из Тбилиси. Я лучше говорю на русском часто. Прогресс. Нет реакции. Я ждала аплодисменты. Я не ожидала, что жюри будут очарованы моим выступлением. И я хочу огромное-огромное спасибо сказать им. Я набрала 99 баллов. Но благодаря одному мужчине в шляпе, который был в жюри, не было сотни. Но это не повлияло для моего результата. И я среди лучших, и я очень счастлива. Я приготовила что-то особенное для нашего жюри. Композиция, которую я буду петь, очень драйвовая, очень энергичная, очень драматичная. Все надо быть идеально. Макияж, волосы. Прям перед выступлением я сломала ноготь. И как могло это произойти, не знаю вообще. Я очень грустно чувствую себя. Очень. Если жюри скажут, что я спела хорошо, но где ноготь? Что я им буду говорить? Что? Еще раз пою на батле? Вот так! А, это Нуца, да? Да, 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 да. Ну, какие сапожки, смотри, эротичные. Вот она крутая просто, невероятно. Вот она, вот она. О, мамасита! Здравствуйте. Пусть музыка всегда приносит мир и любовь. Меткоин Мигуархард, я вас очень люблю. Это пела, которая... Это как-то смело она оделась, как-то... Красиво, очень красиво. Очень, очень модный наряд, очень. Прямо вообще. Слушай, пиджмачеллу я бы такой себе оторвал. Ну что, лапочка, давай, давай нас покоряй. Подними всю сотку. Она может. Какой бархат! In the beautiful world, you're so very special. I wish I was special, but I'm a weirdo. I'm a weirdo.
что просто нет слов, это свершилось! Спасибо. Муца, спасибо тебе за это, за эти эмоции, за это состояние, за невероятный вокал. Спасибо. Ребята, давайте успокоимся, я понимаю.